Число людей, обратившихся за помощью в Симашко, растет не только из-за вчерашнего ДТП. Свою лепту внес и гололед. За последние два дня в связи с погодными этими условиями в травматологический пункт обращается около 90 человек. За вчерашний день 79 человек. Сегодня уже вот на 13 часов обратилось 34 человека. Наиболее распространенные травмы, по словам врачей, это переломы верхних и нижних конечностей, а также растяжение связок.